Привет всем! Вы на канале Карины и Киры! сегодня мы вам покажем журнал «Дело Клякс». Тут Спайс. Вы знаете? Тут Спайс. Дальше посмотрим. Секретные миссии, детективная история. Это комикс. Шпионский тест. Тут у нас мы не будем читать. Давайте лучше прочитаем. Не надо. Хотя бы, все, давайте, потому что это будет. Привет. Читаешь эту книжку? Тогда с тобой все ясно. Ты супершпион, а значит, свой человек. Не переживай, что мы раскрыли твою шпионскую тайну. Ведь мы работаем в ООО. Всемирной организации по охране планеты. Вот и распознаем других супершпионов с первого взгляда. Ну что, давай знакомиться, коллега. Я Алекс. Обожаю спорт, особенно футбол и кунг-фу, путешествия и супершпионские приключения. Еще у меня озорной и добрый характер. Это она. Я Кловер. Предпочитаю шпионские задания, а домашние, честно говоря, не люблю. Если бы не напоминание, Сэм, я бы, наверное, ни разу уроков не сделала. Я Сэм. Учусь старательнее всех в школе. Беверли-Хиллз. Не потому, что я люблю получать пятерки, а потому, что уверена, знание – сила. Настоящие у вас суперагенты. Давайте дальше ничего не будем, просто вот так картинки. Это картинки. Тут она волосы ее сделала, но потом уже Сэм помогла ей. Да. И она прям как будто тут на задание. Они стали с ней лучшие подружки. Давайте быстренько прям пролистаем. За ней на пляж, тут клякс. А потом сюда пришла как раз. Это клякс на нее. Нет, у нее тут не клякс, это просто называется дело клякс. Это клякс, да. На этом все. Пока-пока. До новых встреч.